Друзья, ну у нас прямо праздник. Команда миссионеров, которая приехала из Соединенных Штатов Америки, они привезли посуду нам. Мы все это время готовили в алюминиевой посуде, и практически у нас не было нормальной посуды. И вот благодаря тому, что они приехали, привезли вот на такой вот набор посуды из Икеи, у нас есть теперь классная посуда, в которой мы готовим еду, которая не убивает наше здоровье, а наоборот нас оздоравливает. Так что спасибо Господу за этих замечательных людей, которые были здесь сегодня с такими крутыми подарками для нас. И это очень классно. Так что мы сварили уже борщ, и мы сварили фасоль, Да. горбонзы бинс, и в общем, слава Иисусу!